Здравствуйте, это наше первое видео, и я Селеста Волкер, и Элис Фокс. Но я пока спою песню, пока ее все равно нет. Как она пела в первом видео? I glad to see you, you glad to see me, that I very glad when you looking at me. This video and with me and with me and me and Элис Фокс! Привет всем! Это наше первое видео. И перестань фоткаться в Инстаграм! А это Анастасия! Селеста Морозная! И это наше первое видео, и мы расскажем о том, что нам понравилось в этом месяце. Мне очень понравились вот эти духи. Здесь целый литр, но крышечку я потерял. Поэтому я пользуюсь ими прямо вот так. И все прям чувствуют запах. Он такой подставь. Текила Дон Чинто. Не пей, пожалуйста, мои духи. По-моему, как-то так. Ну, крышечку не важно. А вот это моя подушка. Это моя подушка. Ладно, расскажу про нее дальше сама. Это супер подушка, она такая голди. Она от Дживанши. Я пользуюсь ей каждый день. А знаете, как это делать? Вот знаете, так. Она увеличивает мои брови, мои усики. Видите, да, эффект накладный? Я купила себе новый купальник. В этом месяце. Очень модный полотенце. Использовать его надо вот так. Вот так. Отдай мне, ты его тянул. В этом месяце у меня появился новый телефон. Это BlackBerry Nokia. Пользуюсь я им вот так. Мы в клубе. Давай, давай, давай. Давай. В этом месяце я записалась в новый солярий. Сначала я взяла себе чуть-чуть, всего 150 минут. Эффект не заставил себя ждать, кожа подгорела, слегка с румянцем. Но затем, когда я в тот же день взяла 200 минут, я все-таки дождалась нужного эффекта. У меня сгорел нос. Нет света. И пришлось сделать новый. Но да я ничего, ты чика. Я не высадилась. И каждый день я пользовался в прошлом месяце вот этим платком. Короче, когда на усах много текилы, ты берешь так, смачиваешь. Я не так смеюсь, Леня. Слизываешь. А потом очки так одел и пошел, пошел танцевать.